Здравствуйте! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас с самого живописного склона в нашей стране. Мы находимся в селе Роги. Программа «В путь» здесь однажды бывала, так что его вы точно видели, хотя бы в ней. Ну а приехали мы сюда во второй раз по очень вескому и актуальному поводу. Кроме вас, это место увидит весь российский Бомонд, потому что фильм, который здесь снимался, в эти дни показывают на кинотавре в Сочи. Об этом мы расскажем немножечко позже, но для себя очень надеемся открыть Роги в новом амплуа, с новых сторон. Причем есть места, где мы еще не бывали. Село интересное и с туристической, и с культурной точки зрения, поэтому сюда стоит приезжать. А мы в программе назовем, ну, как минимум, несколько причин, почему конкретно это стоит сделать. Слушай, ну еще сегодня такая проверка твоей прически на стойкость. Ветер ее не прошла. Значит, будем, значит, как-то защищаться от него, а может быть и воспользуемся ветром. Так что день будет насыщенный, интересный. А вы с нами? Оставайтесь с нами. Все, вперед. Почти два года назад ровно на этом месте можно было услышать команды «Камера», «Мотор», «Стоп», «Снято». Декорации к фильму до сих пор стоят, а вот фильм пошел дальше. Сначала в 2019 году его высоко оценили на фестивале в Карловых Варах. А в эти дни режиссер «Полного метра молоко птицы», так называется картина, представляет ее на «Кинотавре», самом престижном российском фестивале авторского кино. На минуточку, из 104 заявок в основной конкурс попали только 15. Режиссером фильма стал приднестровец Евгений Марьян. Участие в фильме, кроме прочих, приняли знаменитая российская актриса Елена Лядова, лауреат премии «Ника», «Золотой орел», обладательница ТЭФИ. У вас очень красивый край, необыкновенный Днестр. Много живописных мест. Надеюсь, что киносъемочные группы будут приезжать и попытаются запечатлеть ваш край. Судьба этой работы будет известна 25 сентября. Здесь, кстати, за картину переживают и следят за ее успехом. На жизни села событие двухлетней давности тоже сказалось. Ведь для туристов живая декорация стала увлекательной частью маршрута. Быстро сколотили этот дом? Да, его начался где-то 12-го, в начале февраля где-то начался, и в марте месяце уже начали съемки. Для села, наверное, это было большое событие. Вас, наверное, как главу села поставили в известность самым первым. Как вы вообще отреагировали, что здесь вот будут происходить съемки? Вернемся немножко к истории. На нашей территории был снят еще один фильм в 70-е годы, если не ошибаюсь. Фильм назывался «Кто кого». Да, приезжал режиссер сам Евгений, приезжал, и мы переговаривали, что они начнут съемку. Мы согласовали, и на сегодняшний день. Но было удивление, был какой-то вот ажиотаж вокруг этой темы? Да, был первый вопрос, почему именно выбрано наше село. Они как бы рассказывают, что они объехали всю территорию Молдовы и Приднестровья. Ну, как бы по ракурсу и по виду, ну, самый подходящий. Ну, конечно, кого не обрадует, если взять во внимание село, тем более в наше время. Атрибутика в доме народная, но к фильму отношения не имеет. После съемок дом передали в пользование села. Было решено создать тут временный музей. Сами сельчане участвовали в подготовке к съемкам, ведь реквизита у местных для атмосферы фильма хоть отбавляй. А это местные знаменитости. Артистки народного фольклорного коллектива из Вараж. Нередко вот так встречают гостей в доме декорации, поют акапелла. Пока он цел и невредим, служит музеем молдавской культуры. Кстати, благодаря вашему умению вы снимались вот в этом самом фильме, о котором сегодня мы говорили. Да. Какая роль вам была отведена и как вы в нем оказались? Ну, про нас рассказывали кто-то, что у нас в клубе есть такой коллектив. Все девочки, которые поют в церкви, в хоре. Так вот, для одной из сцен в Рашковской синагоге церковный хор подходил идеально. Вокальные данные были одобрены на пробах, и понеслась актерская карьера.
Мы не снимались в Рогах, мы снимались в Рашкове, но там в Рашкове сказали где-то на час, на два, но мы снимались с 6 вечера до 6 утра. Это ночь, весна, да? Это весна, эта ночь была для нас и останется самой для... запоминающейся. Да, потому что целую ночь лил дождь. Без зонтиков, не разрешали зонтиков, и без зонтиков. Там не церковь, осталось только вот эти синагога стены. Старинная. Да, без крыши, без ничего. Но мы без зонтиков были мокрые, зашли в автобус, переодевались, опять выходим на улицу, и вот так даже. Такой вопрос. Сколько у начинающего режиссера стоил съемочный день? Ну, можно сказать, для массовки? Ну, как вам сказать, сколько нам... Да, ну вот интересно. По 150 рублей вот за целую... За целую ночь по 150 рублей каждому. Да. Вошла ли эта сцена в фильм, неизвестно. В широком доступе его пока нет. Но, вероятно, уже скоро после «Кинотавра» картину можно будет увидеть. Ну, вы считаете, что это потрясно роскошный вид? Просто? Это просто мы не знали и не видели, пока туристы не приехали и не показали нам. Не, вместо того, чтобы мы чужими им показали. Чужими глазами взглянули, да? Я здесь, у родников, и мое детство прошло. И я, честно говоря, я ни разу не была вот у водопадов. В прошлом году я была первый раз у водопада и поднималась до третьего водопада. Там очень красиво. Пожалуй, это самое популярное инстаграмное окно во всем Приднестровье. Кто здесь и как только не фотографировался, и все благодаря видам, которые открываются из него. Здесь и прекрасная панорама на Днестр, он здесь необычайно широк, ну и на склоны. Кстати, благодаря им название села Роги и произошло. Здесь издавна пасся скот рогатый, и вот благодаря тому, что здесь это было очень популярно, и произошло название села Роги, это по одной из версий. Неподалеку от этого знаменитого теперь дома находится один из родников села. В жаркие дни здесь можно освежиться, попить воды. Ну и как раз тут начинается каскад водопадов. Один из них берет свое начало здесь. Не очень хорошо прослеживаются, остальные три находятся в низовье, но чтобы добраться до него, нам придется обогнуть этот склон, чтобы вам их показать. Пойдем. Пока я спускаюсь, есть время признаться в любви к Рогам. Все, кто живет здесь, настоящие счастливчики. Дома в селах часто пустеют. Тут такого не встретишь. Даже если захочешь купить домик или дачу, тут неподалеку придется сильно постараться. Все занято местными жителями. Вот оно, вознаграждение. Не зря мы так долго шли. Есть возможность отдохнуть у такого классного места. Уверена, здесь получится потрясающие фотографии. Дальше не пойдем. Ну, во избежание каких-то травм будет сложнее подняться. Ну, по-моему, достойный водопад приднестровский. Все бы ничего, если не одно, но очень много человеческих отходов, бытового мусора. Это, конечно, очень и очень омрачает картину. Сюда стоит прийти, но вот собрать все и уйти восвояси, или не приносить ничего лишнего, только природа и ты. Роги – село с богатой историей, которой хочется делиться. Возвращение в места, где мы уже были, дает возможность завершить незаконченные дела. Когда наша команда была здесь в сентябре 2018-го, я решил отправиться к местному скальному монастырю. Но, увы, тогда добраться до цели не получилось. Короче, я сейчас стою где-то на середине скалы. Я не могу спуститься ни вниз, не могу подняться вверх. Мы снова находимся в этом месте. Скальный монастырь находится буквально в полукилометре. Нужно спуститься вниз. Прошло время, хочется все-таки до него добраться. Это, как ни крути, один из старейших, возможно, самый старый скальный монастырь на территории Приднестровья. Говорят, что он построен, вырублен в скале не позже 16 века. Поэтому будем испытывать удачу. Надеюсь, что получится. Ох, как же здесь красиво. В Рогах я, конечно, не первый раз, но каждый раз, когда вижу вот эту панораму, она завораживает. Невероятное зрелище.
Если вы думаете, что прошли годы, и в это время я активно тренировался к спуску по скалам, то нет, этого не произошло. Я сейчас нахожусь здесь довольно, ну так скажем, страшновато, потому что не знаю, что ждать внизу. Спуск достаточно резкий. Здесь нет туристической тропы, чтобы так вот прям удобненько, знаете, с комфортом спуститься. Единственное, что я знаю, что ориентир сосна. Мы пробовали посмотреть как бы со стороны, сверху, с помощью квадрокоптера. Вроде бы примерно маршрут для себя выяснили, но... Если получится, то дойдем. Вот так. Вначале все выглядело очень просто. Берешь себе и спускаешься потихонечку. Но не тут-то было. Из-за густой травы совершенно не видно, что находится под тобой. И есть риск оказаться над отвесным обрывом. Пройти может только тот, кто уже ходил по этим тропам. На этих кадрах видно, где в скале находятся сами кельи. И совершенно понятно, что мы идем не туда. К счастью, нам пришли на выручку. Вот, наконец-то, вроде как более-менее ровная тропинка, вот, по которой, возможно, когда-то ходили монахи. Честно говоря, вот все говорит о том, что люди сюда не ходят, туристов здесь практически не бывает. Зато можно полюбоваться прекрасным Днестром, прекрасным дном Сарматского моря. Вот смотрите, тут прям слои, как эти вот уплотнялись слои моллюсков всяких, в общем-то. Обитателей моря. Вот здесь их прям очень много. Так, ну а сами кельи находятся еще немножко дальше. То есть это еще прям не финал. Такой вот у нас экстремальный тур получился. В скалах есть места, где в случае чего можно укрыться от дождя, если он застанет вас врасплох. Есть мнение, что вообще монастырь, к которому мы идем, этот скит, что он древнее, чем скальные монастыри в Цыпово. То есть что он имеет отношение даже где-то к 11 веку. То есть это прям древность-древность. Причем скит упоминается в документах 11 века, а значит, вполне возможно, что поселились отшельники тут еще раньше. О, так вот он получается какой. Скальный монастырь. Это первая келья. Угу. Слушайте, ну место тут прям, конечно, впритык. Есть какие-то наскальные рисунки. В туристических местах, в скальных монастырях, куда приезжают просто толпы паломников и туристов, есть такая традиция, что нужно в отверстие в скале положить монетку и загадать желание. Оно непременно сбудется. Ну, значит, я тоже это выполню. Так, осталось придумать желание. Здесь когда-то было три кельи и церковь. Вот это, судя по всему, она. Что здесь такое прям просторное место. Судя по всему, когда-то здесь был алтарь. То, слушайте, ну прям практически какой-то второй этаж. Если это не природная пещера, да, то есть это не как-то она своим само собой образовалась, а это все выдалбливали люди вручную, то этот труд просто титанический. Внутри охапка дров. Стало быть, не такое уж и заброшенное это место. И снова пригождаются навыки скалолазания. Слушайте, а вот монахи, они же, получается, были люди физически такие одаренные, натренированные. Потому что так просто подниматься, это вам, знаете ли, нелегко. Здесь совсем маленькое помещение. Я не знаю, там даже, наверное, вытянуться в полный рост будет непросто. Нужно как-то вот сворачиваться калачиком. Ну и вот так. А вид открывается, ну, конечно, очень красивый. Когда-то в конце 18 века шла опись этих земель, и уже тогда этот монастырь был давно заброшенный, поэтому сложно проследить прям подробно его историю. Ходили разговоры о том, что его нужно восстановить, а как минимум положить дорожку, сделать это прям таким туристическим объектом, чтобы память сохранялась, но пока, ну, вы сами видите, что спуск не такой легкий, поэтому от нас, от нашей программы, мы без проводника не рекомендуем сюда спускаться, потому что это может быть, ну, просто очень опасно. Все, дальше путь наверх. Он менее опасный, но куда более сложный в отношении физических нагрузок. Так что если со спортом совсем не дружите, то не стоит даже пытаться.
Лет 70 назад река в этом месте была уже раза в два, и переплыть ее можно было с одного берега на другой, ну, тоже раза два-три. В 50-х, когда в Дубасарах построили ГЭС, русло реки изменилось, ну и, конечно, она стала полноводнее. И что, предлагаю не смотреть на нее, а пойти порыбачить, посмотрим, что у нас получится. Несмотря на километраж, мой напарник по лодке признается, в детстве переплывал реку. Уж очень соблазняли арбузы на том берегу. Повторять такие заплывы не советуют. Говорит, течение тут не такое стремительное, как в Тирасполе, но река в этом месте значительно глубже. В плане клёва. У нас клёвая рыбалка в этих местах бывает или нет? Нет, рыбалка, она как отличная. Потому что здесь места такие, что рыба и глубина здесь лучше. Что обычно ловится здесь? Ну, если с берега, там лещ, тарань, такая рыба есть. А если вот с лодки, сейчас судак пошел. Ну, осенняя рыбалка, она лучше. Вода становится холоднее, рыба начинает двигаться, и рыбалка идет лучше. Удовольствие позволяет себе в выходной день. На воду либо рано утром, либо вечером. Летом и море не надо, только успевай загорать. А вот зимние рыбалки не видел давно. Морозы уже не те, что раньше. Даже утки с лебедями не улетают на зимовку. Да. Был улов сегодня какой-то? Сегодня был улов, вот жарится наш улов. Это пару хороших лещей мы поймали, вот и пожарили уже. Так, и секрет какой-то, или на углях все замечательно? На углях все замечательно, но желательно посолить немножко, ну, перца немножко, обычно. Приправы немножко, чтобы было вкуснее. Вот она, осенняя прелесть, уже не так жарко, но и еще не очень холодно. Вот самое время идеальное для пикников, особенно когда есть что положить на стол, как сегодня, да? Ну, в общем, ухаживайте за мной. Делитесь уловом. Ну, что сказать, а слов-то и нет. Так вкусно мне давно не было. Речная рыба не озерная. Спасибо за гостеприимство. Село Роги славится не только своими природными ландшафтами, хотя они здесь впечатляющие. Ну, кстати, дикий виноградик можно отведать. Еще это место уникально тем, что здесь какая-то невероятная роза ветров, и сюда прилетают те, кто увлекается парапланеризмом. Сегодня мы познакомимся с этим увлечением, с этим спортом. Это очень интересно. Ну, кстати, человек летит. Раскладывает крыло параплана Василий Фроня, легенда молдавской спортивной авиации. В 90-е он даже открыл школу парапланеризма. Сейчас катает всех желающих. Это увлечение, оно у меня преследовало с детства, потому что как только я себя начал осознавать личностью, я смотрел на небо. Над нашим домом была трасса аэропорта Чешенев-Бельцы. И каждый день над нами прилетали самолеты. Я немножко вырос в третьем классе, когда уже был в третьем классе, пошел в авиамодельный кружок и начал строить самолетики. Василий Иванович – профессиональный инструктор по полетам на планерах, закончил летное училище. Планер летает по такому же принципу, как и параплан. Используем динамические потоки, восходящие потоки, в смысле теплый воздух, который поднимается вверх, называется термиком. Вот по этому принципу летает и параплан, и все летательные аппараты, которые не имеют двигателя. Если говорить об этом месте, какие здесь природные сложились факторы, что оно идеальное для старта на параплане? Именно для полетов на параплане. Да. Дело в том, что здесь очень огромная роза ветров. Если взять с запада, вот западный склон, именно от запада через север, мы сейчас находимся на северной стороне,
на восток. И не важно, какой будет дуть ветер. Северо-запад, северо-восток, восток, чистый восток или чистый запад, или чистый север. Мы приезжаем в это место, и мы знаем, что мы в любом месте, или там, или тут, или там, мы полетаем. Что ж, полетать довелось и мне. Сейчас идеально совпали все условия в плане ветра, в плане его направления, силы. И мы уже практически готовимся к старту. Есть какой-то инструктаж? Сейчас я объясню. Нам нужно вначале пристегнуться к другу. Я поднимаю купол. Будет рывок назад. Значит, не сопротивляясь, сделаем пару шагов назад. Пару шагов назад, ага. Да. И вот шаг над обрывом, и стремительный ветер несет тебя вдоль живописных склонов. Ха-ха. Так, все, держусь. Ух ты. Что, когда в тандеме, насколько далеко можно улететь? Да при чем здесь далеко? Вот смотри, видишь? Да. Рельеф справа. Да. Ага. Да. Вдоль склона мы можем лететь и лететь, и лететь до... следующего поворота. Ага. Слушайте, ну, конечно, вид открывается. Можно, естественно, для картинки можно и поднять квадрокоптер, но таких ощущений вы никогда на земле просто не испытаете. Это что-то невероятное. Сверху прекрасно видно, что соседнее село Гаяны – это всамделишный остров. А вы как ощущаете ветер? По приборам или у вас такой опыт, что... По-моему, я смотрю, вот смотри, видишь? Волна на воде. Если мы смотрим волну на воде, она соответствует на данный момент примерно 5-6 метров в секунду. Если вода начинает менять свою, в смысле, волнистость и цвет, цвет становится более темным, значит, все, увеличивается ветер. Ну и по ощущениям, я чувствую ветер, как бы, это же моя работа. Да уж, на земле таких ощущений точно не испытать. Сидишь комфортно, будто в кресле, а под тобой проносятся пейзажи. Обычно полет с пассажиром-новичком занимает около 15 минут. Такое ощущение, что мы летали в два раза дольше нормы. Время пролетает незаметно. Время приземления, такой кликачели-маятник. Есть? Нормально, я стою. Не стою. Мы летаем круглый год. Допустим, температура, если минус 5, мы еще летаем. Обязательно летаем на 31 декабря и на 1 января. Это обязательно. Это, ну, как традиция такая. Многие уходят в баню, а мы ходим на полет. Правильно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Потому что вы весь год летать. Спасибо вам огромное за полет, пожалуйста, это было пожалуйста. Невероятно. Сень, я так рада тебя видеть. После всех твоих приключений ты стоишь рядом. Это просто бесценно. Я очень рад, что получилось нормально взлететь, нормально приземлиться. И тебе, и всей команде, всем зрителям я советую тоже испытать, что такое полет на параплане. Это очень здорово. А как у тебя день прошел? Где была? Ну, я незримо была вместе с тобой. В том числе. Ну, для меня, конечно, день отдыха сегодня. Везде глаз радуется, куда ни посмотри, места роскошные. В общем, я советую путешествовать по нашим следам, по нашим стопам. И вполне себе Роги этого заслуживают. Это место, очень. Куда стоит приехать и летом, и осенью. Ну, зимой тут, конечно, холодно очень. Сюда на холм опасно ходить, потому что может сдуть. Ради эксперимента можем. Ради эксперимента вполне. Очень, очень здорово. Поэтому, друзья, путешествуйте, проводите ваши дни ярко. Мы вам этого желаем искренне. Ну, а мы будем прощаться. Да. До следующего четверга. До свидания. Пока-пока.